На первом этапе соревнований на татами вышли спортсмены в легковесовой категории. Во второй части между собой состязались девушки, а также парни в тяжелом весе. Первенство провели с целью выявления сильнейших спортсменов и формирования сборной команды Самарской области для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа, которые пройдут в Ижевске в конце февраля. В этом возрасте у нас запрещены удушающие приемы. То есть это до 15 лет нельзя делать удушающих приемов. Вот. Разрешены делать болевые приемы. Болевой прием на руку, вот, но не до сдачи, до прямой руки. То есть в целях избежания травм, согласно правилам, если рука прямая, то та же является победитель, оценочкой подается. Ипон в переводе с японского – полное очко. Это наивысшая оценка, которая означает победу спортсмена. Если один из критериев ипона не выполняется, бойцу дается оценка в азаре, что значит половина очка. В этом случае для победы в поединке требуется получить 2 в азаре в течение 3 минут. Дзюдо – популярный вид спорта, который широко распространен в регионе. Самарские спортсмены являются участниками и призерами Олимпийских игр. Спортсмены Самарской области всегда представляли достойно наш регион, завоевывали почетные места, отбирались на финалы страны. Владеют, точнее, техническими действиями очень хорошо, показывают свой характер, проявляют во время схваток. Ну и, соответственно, все стремятся победить, попасть в сборную команды Самарской области для дальнейшего участия в вышестоящих соревнованиях. Сергею Чугунову 12 лет. Он изучает боевые искусства уже 4 года. Говорит, нравится заниматься спортом. Направление единоборств выбрал самостоятельно. Свои навыки применяет только на татами. В обычной жизни драться не любит. Готовился я где-то 4 дня к соревнованиям. Тренеры мне очень сильно помогали. То, что технику отрабатывать, броски и захваты. На тренировках я усердно занимаюсь, слушаю тренера и пытаюсь вырваться вперед. В Самаре ведется массовая работа по популяризации дзюдо и вовлечению детей в спорт. Каждый год уровень мастерства спортсменов повышается, регулярно обновляется тренерский состав. Много молодых тренеров, много людей, которые интересуются, в принципе, дзюдо. Я имею в виду родителей, которые приводят детей на секции, интересуются сами. Мы рассчитываем, в принципе, провести летом фестиваль единоборств. Это же будет здорово, когда любой родитель, ребенок будет проходить на набережной гулять и видеть, что дети занимаются. Мы в некоторые дни недели делаем объединенные группы. Это когда родитель может потренироваться вместе с ребенком, прочувствовать. Вот она популяризация. По итогам соревнований были определены победители и призеры в каждой весовой категории. Максим Магомедов, Максим Гусев, «События».